So it's the channel, this is Wesley, and this is Wesley Fiance. Today we're going to be talking about Sergei Tanov and Ruslan device that was purchased from Ruslan by Sergei Tanov for 5,000 euros, and now this device is available to you free of charge just because he decided to give it away. Sergei Tanov was very much disappointed with that transaction. The device didn't work and Ruslan didn't provide the support for it. I have presented to him an option to help him out financially, but he refused that. Basically what he said is a person is being born without money and he dies without money. I don't need your money. After so many months, after struggling, it was not easy for him. 5,000 euros is not a small amount of money for him. This guy decided, I don't want your money with you. Yes, I was disappointed. It was his special pride that actually made me to start to believe that this guy is of value. So, let's just think about it. For the moment. For the moment. Ruslan Kalabuhov took money and didn't give it out to the man. Simple mathematics. Sergei Tanov paid money and gave it out to humanity. So the only question right now is, will it work at our cases? Will it work at our reputations? I don't give a damn. I'm interested with physical phenomena ruling with that technology. Honestly, I don't need it. My lifestyle is not going to be much better. А я снова. Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо Сергею за разбитие. Это мой подарок для вас. Я делаю транслейшн. Поставьте себе его на ваш канал. Независимо от этого, что вы про это все думаете. Просто математика. Вот. Руслан взял 5 штук и продал свой. Сергей, выложил 5 штук. Я дал устройство. Всем вам. Тем, которые его троллят, тем, которые с ними не соглашаются, и всем, которые хотят на этом сделать бабки. Я вам предложил 5 штук, чтобы помочь ему. А он сказал, человек родится без денег и умирает без денег. Я не хочу своих денег. Подумайте об этом. Пробую, вот даже языком могу полезать. Ну вот, ну нету здесь ничего, да, одна жила. Шнур у нас идет. Покажу, вот весь шнур у нас. Вот весь кулабуховский шнур. Вот это толстый провод. Ну идет он вот сюда вот, идет. Здесь ничего нету, здесь прицепил такую большую такую вот шнягу, чтобы она очень хорошо держалась. Вот это мой шнур, вот он, который я тоже маркировал, был делал это маркировки. Смотрел, сколько, ну, какой размер, ну, очень размер, а какая длина у нас должна быть всего этого провода, потому что нужно знать длину провода, чтобы было 1,8 примерно на нашу частоту, это с индуктором, и нужно все это настраивать. Вот, включить, да, включить, возьмем пуск, ничего нету, жмем стоп, ну, стоп-то есть, стоп, значит. Смотреть на все и... Так, система выключена. Так. Вот, включил. Система включил. Вот, жму пуск. Включить ничего нет, не включается. Так, подключаю, значит, блок питания. 24 вольта надо. А сейчас система не работает. Вот, жму. То есть, вот, включить, выключить, да? Но как только мы нажмем на спуск, как говорил Кулабухов, она запускает качер. Да, она запускает качер, и как только мы запустим качер, пойдут импульсы, и установка заведется, да? Жмем. Пуск. Все. Установка завелась. О, завелась. Установка, значит, завелась. Ну и все. Теперь мы включаем вот нашу систему. Вот. Система у нас завелась. Система у нас работает. Теперь мы отключаем наш блок питания. Вот наш блок питания. Теперь мы его отключаем. Все. И теперь мы с вами отрубаем эти провода. Система завелась. Система работает у нас. Нужно было мне настраивать этот качер. Вот.
В общем, по рукам сильно жарит, сильно дает. Я уже смотрел это, проверял. То есть больно, жжет кожу, эта кожа потом воняет. Все, систему можно выключить. Вот, установка вечного двигателя. Но весь провод нужно тоже изменять. Нужно знать, сколько этого провода. Я вам все расскажу, все будете иметь. Ну и, конечно, как говорил Колобухов, система, она бьет у нас качели, да, у нас качается. Все. Но как только мы нажмем кнопочку стоп, качель перестает работать, система глохнет сразу же. Вот. Думаю, пуск, чего нет, она уже работает. Выключить, да, вот. Выключаем то есть кнопочку стоп. Все. Система потухла. Светодиод затухнет, потому что на конденсаторе есть напряжение. Ну и кнопочку жмем пуск. Все. Как говорил Руслан Колобухов, пиздец. Нету энергии. Блок питания. Включилось блок питания. Пошло. Сейчас нажимаем кнопку пуск. Все. Система завелась, потому что я уже чувствую, что вентиляторы стали сильнее гудеть. Отключаем. Ну ладно. Включаем нашу нагрузку. Отключаем наш блок питания. Все. Система работает. Так что, Руслан, оцени, как работает твоя система. Роман Корнухов, у которого ты там спор эту систему. Я ее тоже сделал, вот она. Сейчас она пойдет всем людям. Я расскажу, как это все работает. Я расскажу, все это должно быть в публику идти. То есть это не должно скрываться. Если это все выльется в массы, это больше не укроется. Ни ты не сможешь, ни Васмус, ни Капанадзе, никто. То, что ты показывал, это были ложные схемы, да, вот, Руслан? Ну, правильно, вот сейчас я покажу, как все это работает. Я пока много показывать не буду, я просто так вот, чтобы вы как бы занялись экспериментами, наконец, нормальными. Значит, смотрите, вот собирайте вот такую схему, да, и получаете БТГ без всяких вообще, то есть прибавка в два раза, умножить на два, да, сразу, вот с этой вот системой, если правильно настроить. Значит, это стандартная наша катушка, которую мы мотаем в одну сторону, сразу говорю, подбирает. И вот это, от одного до 10 метров. Значит, вот на этих точках АП нам надо найти вот эту пляшечку. То есть как мы только здесь получаем стоящую волну здесь. Кстати, по поводу здесь 20-26 витков провода, 4 квадрата, да, 4 квадрата миллиметров, да, вот, миллиметров квадратных. И здесь тоже 4 квадрата, только здесь, значит, витки. Здесь 20-26, здесь где-то 86 витков, где-то в районе, вот этой волны. Ну и все, а это 2,5 квадрата мотаете, вот такую дрянь, вот, и подбираете конденсатор, чтобы в резонанс войти, чтобы вот здесь вот пляшущая синусоида была. То есть рыбки эти двигались. Вот, а это обычный пуш-пул, все. Вот как только вы это сделаете, фигня, да, то есть на выходе получите здесь, будет у вас приблизительно в два раза прибавка, ну, где-то так, плюс-минус. Вот, но это не самое главное. Как только это сделаете, запустилось, все пошло. Теперь, вот в это место. Вот я вам точно говорю. Тогда вот, как только вы в это место начнете бить еще импульсами, вы увидите прибавку, в 1000 раз больше будет энергии. Да, то есть здесь на выходе появится энергия. То есть надо в совокупности, то есть надо волны совместить. То есть там получается стоячая волна, она идет. И надо просто вот эту вот фигню сделать. Я говорю, вот это сделаете, уже будет прибавка. Вот и все. Да, еще, вот, короче говоря, здесь генератор надо сделать так, чтобы он, у него была частота где-то от 10 до 50 кГц, да. Ну, там будете смотреть уже и подбирать конденсатор, на какой частоте вот это вот. То есть, в принципе, чем больше обмотка, тем частота будет ниже. Это уже понятно, да, то есть, ну и мощность тоже падает. Поэтому вот эти соразмерения, измерения надо сделать обязательно. Вот, здесь, значит, килогерц, да, чтобы не путались. Обязательно, то есть, вот такая вот фигня будет работать, отвечаю. Она просто как 3 копейки, ничего сложного. Надо просто сделать генератор здесь. Нормальный генератор, пушку, да, то есть, все, вот, пожалуйста, 26 витков, горшок. Дальше вот это самое, и все, и можно. А если здесь еще толкать это начать, все, хозяйство, вообще пиздец. Вот. Здесь просто делаем тест. Олег уже говорил, тесты надо секунду, все надо секунду. Не надо, вот, тесту делаем все. Теслу и колбасим. Это самое, настраиваем, под частоту набираем. И смотрим, какая там частота, вычисляем там, ну, скажем так, общую частоту где-то на 10 умножаем. И получаем от Теслы ту частоту, которая нужна. На 10, на 5.
на 20, ладно, хрен с ним. Вот, ну и дальше все, просто делаем так, полупериод. Вот когда вот этот полупериод, въебываем сюда вот, вот в это вот место. Да, то есть и все. Вы увидите, какая будет прибавка. Я вам точно гарантирую, любой, это будет сделать, любой, это очень будет.